Есть одна история. Ее зовут Анна Делви или Анна Сорокин. Она либо немка и наследница крутого состояния, либо нищая. Обвинение безумное. Анна проворачивала финансовые аферы и выдавала себя за светскую львицу с целью хищения многих миллионов долларов. Привет, Анна. У меня есть вопросы. Я хочу вас спросить, почему вы одеты как нищая? Она воплощает все, что не так с Америкой. Я знаменитость. Чего только не придумают. Пытаются изобразить меня какой-то преступницей. Не моя история. А в чем ваша история? Анна приехала в Нью-Йорк. Ни богатых родителей, ни связей. Подчас надо соврать ради успеха. Тут мы подходим к самому интересному. Анна Делви легенда у нас. Ради желаемого нужно потрудиться. Я всегда это знала. Я просто кое-что создаю. Пространство в Нью-Йорке. Нам нужно 40 миллионов. У нас два банка готовы дать ей кредит. Черт. За этот особый проект. Заем 40 миллионов? Как это нахрен возможно? Нам обеим будет легче, если вы перестанете думать, что я такая же, как все. Это же основное. Ну что скажете? Самый дорогой курорт в Марокко. Все было очевидно давным-давно. Она все оплатила моими картами. Просто верни мне мои деньги, Анна. Да не устраивай ты трагедий. Имидж, деньги, власть, все шустрят. Каждый день мужчины совершают преступления, несравнимые с моими промахами. Анна украла самолет! Что происходит? Кто ты? Анна Делви – шедевр, девки! И пусть они все идут на...